Девочки, всем доброе утро. Покажу вам быстренько, как я делаю Софии омлет, обещала, потому что, смотрите, взбиваю два яйца. Так, теперь наливаю чуть-чуть молочка на глаз. Вот так вот где-то. Чуть-чуть совсем присаливаю. И все это хорошо взбиваю. И заранее я уже смазала форму сливочным маслом. Выливаю форму. Наш омлетик. Уже изначально перед этим, как начала делать, сразу включаем духовку, чтобы отправлять омлет именно в горячую разогретую духовку. И вот так вот. Беру фольгу, вот так накрываю. И все. И в духовку. Ну вот 15 минут, и вот такой омлетик пышный, нежный, готов. Сейчас он немножко у меня постоит. И Софийка будет кушать. Я пришла за Миланкой в школу блогера. Сейчас вам покажу. Тут они занимаются. Вот видите, тут картинки. Школа ТВ тут тоже есть. Где эстрадного вокала. Я, кажется, рано немножко пришла. Сейчас там есть диванчики. Мы посидим, сядем. Можно здесь подождать. Вот здесь вот она занимается. Забрала я своего юного блогера. Ходим везде, ищем вот этот вот шампунь Шаума, про который вы мне писали от перхоти. Уже в Улыбку Радуги зашли, вот сейчас в Пятерочку зашли. Нигде его нет. Для мужчин вот этот вот Шаума есть, а вот для женщин нигде нету. Милан, идем, дочь? Мы с Миланкой приехали в Кастораму, сейчас зайдем. Посмотрим вот это удобрение, про которое вы мне писали, для корней. Ну, чтобы рост остановить, а корни, наоборот, чтобы были. Потому что так жалко мне мою рассаду тоже. Так, сейчас посмотрим. Я там около нас посмотрела в перекрестке, думала, может, там есть? Нет, оказывается, там нет. Идем, дочь. Смотрите, набрала я опять. В общем, будем сажать. И, кстати, про удобрение, которое вы мне писали, оно, кажется, называется «Атлет». Но его, к сожалению, здесь не было. Женщина сказала, что вчера все разобрали. Но вот мне посоветовали там еще одно вот это вот удобрение, тоже его с водичкой разводить и им опрыскивать вот саму землю. В общем, ну сейчас дома вам покажу я. Пока мы с Миланкой ходили, папа с Софией ходил в детский мир. Смотрите, он ей набрал косметику. Смотрите, теперь София красится. Скажи Софии всем привет. Привет. А что это тебе там папа купил? Расскажи. Косметику. И такая помада. И два. А губы ты уже накрасила? Да. Ну-ка, ну-ка. Ой, ну вообще крутышка. Косметика. А это что такое? Это лак для ногтей. Да, для меня. Не кусайка, без вредных привычек. Угу. Это тоже какой-то лак для ногтей. Для ну меня. Все, тебе теперь косметичку надо купить. Это у нас что? Помада гигиеническая. Это блеск для губ. Это тоже какой-то лак. Жидкость для снятия лака не нужна. Пузырек не проливайка. А это куколку Лол папа тебе что ли купил, да? Вот такую куколку Лол. Вот еще какой-то лак. Ну все, надо ногти теперь тебе накрасить. Это от куклы Лол, видать.
У ней там вот штук 5, наверное, еще в этом, в игрушках вот таких вот лол. Она всех их раздевает. В общем, там же отдельно еще одежда для них продается. В общем, она все потом растеряет. Я еще не очень люблю эти куклы лол. За вот эти вот мелкие детали. Вот видите, туфельки, они потом теряются. Ребятки, носите комедия, а любите комедики, только для внука и побежать. Ну что, что она говорит, девочки, напишите комментарии, а вы любите косметику? Всем пока-пока. В «Улыбке радуги» взяла вот такой вот экологичный гель для мытья посуды Garden Eco. У меня очень надолго хватает вот именно гель для мытья посуды, потому что в основном посудомойка ведь моет. Ну, поэтому взяла попробовать вот такой. И взяла вот такие вот ватные диски себе. Мне очень они нравятся. Вот. И сейчас Миланке покажу кое-что взяла с косметики. Вот у Миланы своя косметичка. Взяли ей вот такую вот тушь Golden Rose. Там тоже в «Улыбке радуги». Потом взяли вот такой ей блеск. Вот Art Visage. Взяла ей вот такой вот тоже гель для бровей, которым я пользуюсь, тоже от Art Visage. Бровки расчесывала. Потом у нее здесь вот такая помада от Gloria Jeans. Тоже тогда как-то мы ее покупали. И здесь вот набрали разных-разных лаков для ногтей ей. Она довольна, что она давно у меня просила, чтобы у нее своя косметичка была. Ну вот теперь пусть пользуется. Еще она у меня румяна просит и кисточку. А, и хайлайтер. Вот на днях тоже как-нибудь пойдем. Там не было такие румяны, все были темные. Пойду тоже ей куплю. Еще в Касторами купили вот такой вот светильник для Миланы. Стоил он 235 рублей. Правда, в белом цвете закончились. Я говорю, давай подождем. Я ей говорю, в следующий раз купим. Нет, мам, давай сейчас возьмем. Вот мне черный нравится. Ну вот купили ей писать, чтобы посветлее было, потому что здесь не очень прям такой яркий свет. И вот так вот он светит. Ну так, в принципе, ничего, аккуратненький такой. Сейчас хочу быстренько сделать окрошку. Приготовила огурцы, редиску. Тут у меня варится картошка и яйца. Я уже порезала здесь огурцы, редиску и колбасу. В этот раз решила с колбасой сделать, чтобы быстренько. А так делаю и с мяса делаю, и с курицы тоже делаю. Окрошка моя готова. Значит, смотрите, здесь картофель, яйца, колбаса вареная, огурцы свежие, редиска, укроп, кинза и лук зеленый. Вот так вот я готовлю окрошку. Окрошка — это такое блюдо, наверное, знаете, как борщ, как какие-то другие блюда. Все хозяйки готовят по-разному. Сейчас вам покажу, как я делаю саму заправку. Я обычно вот так в кастрюле ставлю в холодильник, а уже когда мы кушаем, мы вот разбавляем. В общем, смотрите, я развожу, покупаю вот такой вот айран газированный и вот такой вот кефир. То есть мы вот эту кладем окрошку саму на тарелочку и добавляем вот этого айрана и кефира. И каждый себе посолит, поперчит по вкусу. Но вот с айраном прям очень вкусно. Кто не пробовал, советую прям попробовать. Я тоже и с сметаной, и по-разному делала, но вот так нам нравится больше всего. Поэтому заправляю всегда айраном и кефиром. Сегодня у нас воскресенье, не сидится нам дома, и мы решили доехать до Икеи, посмотреть, что насчет гардеробной, в общем, скажем свои параметры, пусть нам посчитают, вот, ну и заодно погуляем и вам поснимаю. Смотрите, какие цветочки красивенькие, нежные такие. 299 рублей. Дочь, осторожно, давай ручку. Вот это покрывало мне очень понравилось. Смотрите, цвет такой немаркий. Мне надо в детскую, вот, чтобы накрывать кровать. Стоит оно. Вот его цена. Очень понравилось. Ваза вот эта тоже мне прям очень понравилась. Симпатичненькая. И вот эти цветы красивые. Смотрите, как смотрятся. Так. Ваза у нас стоит 700 рублей. А цветы 199. Такие вот. Видите, как смотрится красиво.
И вот смотрите, типа вот такого что-то мы хотим. Вот типа вот этого тоже вот здесь, видите? Широкий слишком, но не подойдет он. Но София теперь уходить не хочет. Пойдем, дочь? Здесь будем? Она спала в машине, такая сонная. Книжки вон, невероятные приключения, панды. А это... Три друга. 249 рублей книжка. Все, София как дома. София вон играется, не хочет уходить, плачет. Схватила собаку. Питомца, я ведь говорила, она просит у меня. Вот, говорит, мам, питомец. София! Идем, дочь. Вот и все. Мы тогда пошли с папой, ладно? София, пока тогда, дочь. Я ей говорю, я ухожу, все, мы с папой уходим, ей хоть бы хны. Пойдем, дочь. Пошли, все, мы уходим с папой тогда, пока. Вот эти салфеточки всегда беру. Цена их вот 10 штук, 199 рублей. В Икее столько народу, чтобы нам посчитали, нужно ждать 40 минут. Идем, давай ручку, дочь. Поэтому не знаю, сейчас будем мы ждать. Смотрите, какая красота. Вообще. Как живые прям. Смотри, дочь, какие цветочки красивые. Идем посмотрим. Очень красиво. В таких длинных вазах мне тоже нравится, как смотрится. Ну-ка, осторожно. Очень красиво. Вазы тоже какие хочешь. Идем, София. Мы уже приехали домой. Сейчас покажу вам быстренько, что купили. И знаете, все-таки IKEA магазин вдохновляет. Когда я погуляю по IKEA, мне сразу хочется дома что-то перевесить, переставить, сделать что-то, интерьер как-то немножечко сменить. В общем, я решила следующий выходной, в пятницу или в субботу, мы с мужем договорились, он меня отпустит, я сама поеду, погуляю, что надо куплю, потому что все равно с Артуром, с Софийкой так не походишь, тщательно все не посмотришь, как мы женщины любим. Вот, поэтому в пятницу или в субботу поеду и что-то куплю, может быть, как-то изменю немножко в квартире что-то. Вот, смотрите, купили вот такой коврик в ванну, я специально здесь разложила, и цену сразу тоже вам буду говорить. Мы взяли его один, думали, ну, хватит нам, оказывается, сейчас померила, все-таки нам нужно два таких коврика, но вот в следующий раз я поеду, куплю. Коврик прям очень-очень мягенький, вот он вот такой, видите, стоил он 1499, размер у него 65 на 100 сантиметров, ну, вот такой прям мягкий-мягкий он. Так, сейчас быстро вам покажу, что Софии купили, а то она прям ждет. София взяла вот такие вот краски.
Так, сейчас. И вот такие вот кисточки для рисования. Они вот такие, видите, небольшие, специально рисовать. Так, сейчас я вам по ценам тоже сразу скажу. Так, краски стоили 499 рублей, а кисточки стоили, так, сейчас, 249 рублей. Еще взяла вот такой вот дозатор для жидкого мыла. Я его хочу вот сюда на кухню поставить. Стоил он 499 рублей. Так, потом взяли вот такие вот вешалки. Здесь у нас так 3, 6, 8 штук. Вешалки стоили. Так, сейчас я вам скажу, плечики, кажется, они, да, 399 рублей вот за 8 вешалок. Потом взяли вот такой вот вспениватель для молока, он в фикс-прайсе был, но как-то все-таки я на него не попадала. И тоже он в Икее стоит 99 рублей. Потом взяла вот эти вот полотенца, всегда я их покупаю, здесь 10 штук, стоят 199 рублей. Потом взяли вот такой вот френч-пресс, ну здесь он так написан, кофе-пресс, да, и заварочный чайник. Так, стоил он 499 рублей, у меня был с фикса, в принципе, он мне нравился, но вот недавно Миланка его разбила, и поэтому купили там вот такой, ну вот это подобротней, конечно. Софии взяли вот эту вот собаку, с которой она все ходила, собачка стоила, на нее тоже скидка была, собачка стоила, мягкая игрушка, 349 рублей. Она прям такая мягенькая, мягенькая, как подушка. Так, потом взяли вот такие вот столовые приборы, это для Софии я взяла. Так, они стоили, сейчас я вам скажу, так, столовый прибор, три предмета, 499 рублей тоже. Потом взяла вот такие вот Милане маркеры, здесь у нас сколько штук? 6, кажется, 6 или 8 штук, они стоили 199 рублей фломастера. И вот это уже все положила София, накидала она в корзину, а мы, я мужу корзину отдала, и мы ушли, вышли туда. А потом уже, когда на кассе я смотрю, вот это пробивают, а я говорю, а чье это, чужое? Ведь Артур говорит, нет, это у нас лежало, это София, видать, напихала. Это вот я так поняла, что вот эти вот наклейки, которые она клеит, ну вот на крупы там, сахар, макароны, вот такие вот ручки она положила гелевые, и вот такой вот... Этот книжка, ежедневник или что это такое, даже не знаю. В общем, вот эти вот наклейки стоили 298 рублей. Ручки вот такие вот гелевые 149 три штучки. И вот такой вот книжка для записи. Книга для записи 249 рублей. Вот такие вот покупки у нас были. Ну и вот, собственно, зачем мы и поехали, посчитали нам гардероб. В общем, нам посчитали вот так вот с деревянными полочками. Мы хотим именно вот так, видите, углом сделать. Вот так прям это и будет выглядеть. В общем, вот это нам насчитали на 25 250. И вот такая вот у них система есть, Альгот. Здесь уже металлические такие как бы полки. А вот это выходит у нас 16 130. Ну вот мы сейчас думаем и в ближайшее время хотим заказать. София уже вовсю рисует. И эти краски, кстати, можно смешивать прям. Это вот специально для деток краски. И сюда в набор входили вот такие вот два стаканчика и две кисточки. А я, видите, не знала, не посмотрела и купила ей кисточки отдельно. И да, очень яркие да, краски. Девчонки, наверное, буду на этом заканчивать и этот влог, потому что влог... Тихо, доченька. Влог, я думаю, что будет длинным. Поэтому будем заканчивать. Всех вас любим, всех целуем. И всем пока-пока. Скажи пока-пока, девочка. Пока-пока. Воздушно.